Приветствуем пространство, приветствуем знания, приветствуем всех, кто нас обучает. Начинаем с вами класс по Туйшоу, практика, которая сформировалась в недрах система Тайцзи Цуань, но в реальности она имеет более древние корни и имеет разные и задачи. То есть, с одной стороны, это искусство контролировать свое тело, с другой стороны, кто-то рассматривает как боевое искусство, а третьих, это алхимическая работа, направленная на укрепление энергии. Что очень важно для занимающихся тайцзи цуань, потому что форма индивидуальная не всегда дает понятие приложения силы. А если недостаточно концентрации, то и невозможно продвинуться дальше без понимания, как эта сила прилагается. И мы начнем с вами класс по Туйшоу, сходное положение друг напротив друга. Первая последовательность у нас связана с восприятием приложения усилия. Это что-то соотносится с понятием шелковой нити, когда индивидуально делаем. Вставляем стопу, подсаживаемся, воспринимаем живот. Положение, где мы должны воспринять живот. Дальше шаг, входим в соприкосновение. И следим и контролируем все свои действия. Дальше. Раскрываю, прикладываю силу. Теперь партнер на вас надавливает. Вы принимаете силу. Принимаете силу в этом положении, опускаете усилие в живот. Наталкиваете. Опускает силу в живот, как бы принимает животом восприятие. И наталкивает, принимаете силу с руки, контролирует плечи, локти, кисти. И сначала кажется это просто, но это не так просто. И накатываемся. И по очереди. То есть его силу приняли на живот и передаете. И по очереди контролируем силу. И следующее. То есть я меняю руки снаружи и накатываю. Силу принимает низ живота. И продолжаем. То есть только как заканчивается усилие одного, проваливается, начинается усилие другого. Работают ноги. И разрываем исходное положение. И опускаем. То есть, допустим, мы не в контакте находимся. Шаг каждый назад сделал. И шаг.
но мы в контакт не входим. И вот я надавливаю, он сзади, он надавливает. Это то же самое работа, но мы не соприкасаемся, контролируем положение рук. Я начинаю, он воспринимает то же самое восприятие, но при этом мы отрабатываем контроль удержания. Он тоже слушаем. Связь плечи, локти, кисти. Здесь важно структуру выстроить движение вне зависимости, вы индивидуально делаете или с партнером. Правильно, что мы должны силу загнать внутрь, поэтому мы партнеры используем. То есть первая часть, она соотносится с идеей шелковой нити, но основной смысл, что когда мы двигаемся, мы усиливаем внутреннее давление внутри, не мышечное, а именно энергию. То есть если вы работаете мышцами, вы уже не сможете и через минуту держать руки, они у вас будут болеть, вам не будет естественно. Надо добиться естественного положения и естественного усилия. Второе, да, наслушание, где мы использовать начинаем понимание сил, 8 сил, то что просматривается, но мы вначале должны подготовиться к передаче усилий. И мы будем захватывать руку, перекатываться, опять захватывать на излом, перекладываться. А следующее на движение. Раскрыли. Захватывает локоть. Откатывается на излом локоть. Да. То есть ощущаете руку под плечо. Накатываете на излом, ощущает руку, снимает под ваше плечо. Накатываемся. И движение. Делаем. То есть все ногами и поясницей. Следите, чтобы плечи были на одном уровне. Пальцы контролируем свои. Можно захватывать, можно просто снимать. Но главное, контролируем пальцы.